Почему там тоже? Там же показывается, что можно пролететь. Странно, ладно. Что это было? В смысле? Я влетел в эту шнягу, и меня почему-то вверх подкинуло. Блин, этот уровень мне теперь очень сильно не нравится. Что? Куда меня вверх кидает? Тупой уровень. Нафиг. Реально, это тупо. Я нажал, мне не нажалось. Ну и все, значит. Меня еще почему-то вверх не полетелось, ну ладно. Главное, что я не умер. Ну, наконец-то, по-нормальному пролетелось. Все. Это что? Что? Блин. Я взял, а ты тянешь, не могу. Нет.
Ок. Ну, уровень мне не нравится. Тупо из-за этого тупого момента. Ладно, я так уже быть. Так уж и быть. Поставлю лайк. Нормально. Так уж и быть. Опачки, что-то знакомое. О-о-о-о. Ладно, попробую чуть-чуть. Нафиг. Там просто такая жопа потом. О, что-то знакомое.
Очень давно пытался этот уровень пройти. Нафиг этот уровень. Во, вот так классный. Блин, здесь и не мог слиться. Бесит. Что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И в этом видео проходил хард уровни. Только хард уровни. Их всех я уже проходил в гаунтлетах. Вот, нам могу еще показать. Ну, вот тут, может, какое-то название есть. Вот тут, может, есть. Вот тут, помню, вот Best Mod я проходил. Acute Factory. Shrimp вроде тоже. Тут я тоже проходил. Вот это вот все из
гаунтлетов было. Что-то мне не получилось, возможно, пройти. Ну, да, было, не получалось там. Не получилось в итоге некоторые уровни пройти. Но не главное, что я прошел в гаунтлетах, а там, может, на компе или когда-нибудь. Оу, нифига, круто. Сейчас тут я открою. О, вот, новый цвет. Вот это круто. Но самое крутое, как по мне, это 300 орбов и самолетик. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.